Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом 2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам, как Ксюша Бородина отпраздновала свой день рождения. Это случилось 8 марта, в день, когда прекрасная половина человечества в нашей стране отмечала Международный женский день. Сама Ксения считает, что Новый год ее жизни будет для нее особенно удачным из-за магии чисел. Она написала в микроблоге: «Ну вот мне и 33 года, я люблю цифры 3 и 8, родилась я 08.03.83 года, поэтому год впереди хороший». Раньше всех свою любимую ведущую поздравили участники проекта с учетом 6-дневной разницы эфиров. То есть за 6 дней до ее дня рождения они устроили девушке сюрприз. У ворот Ксению ждал Андрей Черкасов с шикарной корзиной роз, а когда Бородина подошла поближе к Лобному, в честь именинницы зажглись огромные бенгальские огни. Все собравшиеся на Лобном домовцы заранее сделали большие фотографии с изображением Ксении и встретили ее громкими криками «Поздравляем!». Сразу видно, что Ксению коллектив очень любит. Ну а в сам праздничный день, 8 марта, Ксюша начала получать необычные поздравления с самого утра. Группа девушек-фанаток и ее ярых поклонниц сделали необычный коллаж с поздравлением. Они ведут ее группы в соцсетях, следят за всеми событиями в жизни Ксении и очень ее любят. Муж Ксении Курбан приготовил праздничную яичницу, выложив восьмерку из сосисок. Яичницу дополнил шикарный букет роз. Курбан написал в своем блоге: «Сегодня день рождения у моей любимой супруги. Ты для меня самая красивая, невероятно женственная, безумно ласковая и каждую секунду желанная. Оставайся всегда такой же молодой и смелой. Большое спасибо за нашу семью, за любовь, за все то, что ты разжигаешь во мне». В честь праздника Ксения порадовала поклонников фотографией своих детей. Днем появилась фотография, на которой запечатлено огромное количество цветов. Ксюше даже пришлось задуматься о покупке новых ваз, потому что цветы некуда было ставить. Все операторы на поляне, которым посчастливилось работать 8 марта, тоже поздравили Ксению. Они сфотографировались вместе и написали: «Ксю, сердечно поздравляем тебя с днем рождения, здоровья, счастья, нежности, красоты, любви и всех благ тебе и твоей семье». Ну а вечером Ксюша отпраздновала свой день рождения в ресторане. Она пригласила на вечеринку самых близких друзей, а само торжество она организовала в индийском стиле. Ксения и ее подруги с удовольствием облачились в наряды с национальным колоритом и с радостью делились фотографиями с праздника. Ксюша была в красивом черном платье с индийскими мотивами, а ее лоб украсила характерная точка. Среди гостей были бывшие участницы реалити-шоу «Дом-2», в том числе Алена Водонаева со своим женихом, Дарья Пынзарь с мужем Сергеем, присутствовала Ольга Бузова со своим мужем Дмитрием. Дарья Пынзарь пишет своей подруге: «Ксюнечка, с днем рождения, куколка! Мы тебя любим и очень ценим. Ты потрясающе красивая женщина, замечательная мамочка двух принцесс, любимая жена, верный друг и человек, который имеет просто волшебное и редкое для девушки чувство юмора». Также на вечеринку пришли Наталья Варвина и ее муж, продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский. Поздравили ее и бывшие участницы проекта Элина Камерен и Нелли Ермолаева. Кроме шикарного стола, именинница приготовила огромный многоярусный красный торт, практически в человеческий рост. Он был усыпан сладкими стразами. Торт привлек к себе всеобщее внимание. Большинство гостей делали снимки именно рядом с этим шедевром кондитерского искусства. Мы поздравляем Ксению от всей души. Это действительно талантливая ведущая. Ее всегда интересно видеть на телеэкране. И пожелаем счастья ей и ее семье. Пусть этот брак будет у нее последним и удачным. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!